Вот, моя хорошая, Анастасия Федоровна, с Днем Победы, драгоценных наших. Анастасия Федоровна Лебеденко, 96 лет. Она ушла на фронт санитаркой, когда была совсем юной, в 16 лет. Прошла всю войну, вернулась домой в 1946 году из Восточной Пруссии. Вместе со своей бригадой она забирала оттуда советских бойцов. С мужем она прожила 54 года. Больше 50 лет проработала на железной дороге. А так я плюшки ему такую. Плюшки уже каждый приезд, я ему теку плюшки. Анастасия Федоровна рассказывает главе о том, как встречает сына с вахты каждые 2 недели. Ему 61 год. Хозяйка очень активна, рукодельничает, печет и готовит для всей своей большой семьи. Внучка, правнучка уже, Женечка, сколько? 28. Да. Правнуки уже большущие. 8 внуков, 9 правнуков. Глава уже не в первый раз приезжает к ветерану с поздравлениями и подарками. Андрей Булгаков пожелал Анастасии Федоровне и всем нашим ветеранам крепкого здоровья, добра и благополучия. Анна Приенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.